Вот такая большая морда на фоне магазина Верошем. Это вокзальная, 3/9. Почему она такая большая? Потому что, ну, провод неохота в грязь кидать. Поэтому будем вам втирать. То, что кипиш первого снега, мне очень нравится. Потому что до первого снега все как-то приморозились и говорили о каком-то кризисе. Я вижу, что кризиса нет. Все побежали слюнявить денежку, потому что перебываться надо. Вот. Мало того, кипиш оказывается здесь, в магазине Верошем. Сюда очень много людей ездит. Давайте выясним, для чего они сюда едут. Масло менять. А почему вы выбираете Верошем? Почему не вот другие там торговые центры? Вот. Постоянно здесь покупаю. То есть, а что привлекает? Цена? Доступность? На качество. Просто на качество едем, да? И вот здесь на вокзальной получается, что есть высокое качество. Ну вот я использую вот такое масло ЗИК, но оно постоянно и качественное, и постоянно отсюда беру из-за этого. Зима, крестьянин торжествует, ну крестьянин еще и горожанин торжествует. Вот, на своем автомобиле, передний, задний или полноприводном, Верошем направляет свой путь. Его лошадка, жизнь будущую, успешную почуя, сюда не плетется, она рысью скачет, и не как-нибудь. Потому что цены здесь, пропагандируемые автостопом, низкие цены. И вот достаточно сказать, что переобуть ваш автомобиль в резину Тигар можно за 2180 рублей за штуку. Ну, это на 13. Если же вы хотите на 15 диск, то тоже демократичные цены. И Nokia Nordman о 3500 рублей. В общем-то, ну, о чем говорить? Давайте вспомним о тех, кто предпочитает заливать очень много масла. Ну, допустим, дизельная техника, да? Грейдеры, потом... Кто там? Да много кто, трактора все. Вот. Туда заливать дорогое масло – это себе дороже. Ну, потому что наша техника была рассчитана на эксплуатацию с большим расходом масла. Ну, поэтому она эксплуатируется, извините, 20-30 лет. Вот. Естественно, сиптековское дизельное масло. Вот. Ну, а если вы хотите все-таки ездить на своих, допустим, корейских грузовиках или манах, или фретлайнерах, или еще что-то круче, хотя круче фретлайнера International Kenworth я ничего не знаю, то, естественно, надо заливать хорошие масла. Ну и Mobil или Shell Remova. Итак, к зиме готовимся по полной. И в этом-то наше счастье. Человек не поймет прелести лета, не ощутив кошмара зимы. Хотя так ли она кошмарна, когда стоит новый аккумулятор, залито зимнее масло и установлена грамотная резина? Кстати, Верошем – это не только доступный продавец всего вышеперечисленного. И ремни, и свечи, и тормозные колодки, и очень актуальные термостаты, и радиаторы, и это в должном количестве. Кстати, пока мы тут разбирали горы товаров, самые ушлые в свои магазины эти товары забирали. То есть Вираж ориентирован и на мелкий бизнес, и для него особые цены. Да и расположение этого магазина буквально притягивает всех, кто приезжает в Магнитогорск из районных центров и сел. Не надо впариваться в пробки и искать по всему городу. В принципе, в город-то и въезжать вообще не надо. Вокзальная – это для нас как Греция, в которой все есть. Есть ли у вас желание переплачивать людям за бренд фирменный или нет? Только за бренд? Да, есть ли желание переплачивать? Зачем? Зачем это мне надо? То есть нет смысла в центр города ехать, да, зачем? Там раскрученную торговую точку? Конечно, зачем? А здесь как? Ну, каждому охота, чтобы подешевле было, так же и качественно. Здесь я как? Я здесь постоянно беру, мне нравится товар, и цена устраивает, и качество, мне кажется, нормальное. Я уже года два здесь постоянно. Ну, а мы третий год наблюдаем, как у ребят дело идет. И констатируем, идет хорошо. Да потому что конкурировать с ними сложно, просто они держат цены минимальными. Просто они не желают кормить армию маркетологов, манагеров и прислуги. И это реально сокращает цену товара. Они ищут вещи ходовые и востребованные, инструменты, масла, аксессуары. При этом они не сидят на поставщиках, а сами неделями не вылазят из командировок. И результат. Вот такие цены на Mobil, к примеру. И сюжет мы этот справедливо назвали «Кипиш в Верошем», потому что в преддверии сезона сюда завезли новый товар. Ну, тут у меня всегда вот возникает вопрос, как на такой небольшой площади здесь умудряются поставить такой ассортимент товаров? Ну, как-то умудряются. И, естественно, раз Матюль, раз Ямаха, то пару слов о Матюле. Дело в том, что Верошем продвигает масла от Матюль. Это очень хорошие масла, и они специально заточены под технику для отдыха.
но есть еще и техника для работы. То есть снегоходы, квадроциклы, вот, бензопилы. И вот все, что надо, это здесь. То есть, ну, для тех двигателей, у которых ограничение оборотов это не 6-7 тысяч, а 12, это вот для тех. Особый интерес и то, о чем необходимо сказать, что есть у нас фанаты, которые любят оригинальные масла. Есть, ну ладно, для них, пожалуйста, оригинальные масла, при этом, ну, цены, да, кстати, на оригинальные масла очень веселые. То есть, вот этот бред о том, что оригинальные масла стоят дороже, это все вот от лукавого, честно говоря. То есть, оригинальные фордовские, ну, 4-литровка, 1400, General Motors 1400, ну, так, нормально, то есть, не переплачивайте за коробку абсолютно. Вот, ну, заехал в нового открытый, крупный и красивый торговый центр, они там тоже маслами занимаются, специально подошел к линейке и таких цен не увидел. Вот, то есть Mobil 5W40, мы все-таки вам говорили, что здесь самые дешевые цены. Так вот, здесь оно 1198 рублей за 4 литра. Опа-ца, кому-то стало плохо. Ну и естественно, есть и те, кто может проехать всю зиму и на полусинтетике. Сейчас достану. Ой, нарушу я вот этот. Бах! Да. Меня простят. Потому что вы когда-нибудь видели бутылированные масла в цене дешевле разливных? Я нет. Сегодня и сейчас 4-литровка. Вот нормальные полусинтетики, на которых, в принципе, можно зиму кататься. 697 рублей. Разливное масло S в городе Магнитогорске дешевле 170 рублей не найдете. Но бутылочки есть, 150 рублей за литр получается. Ну а нам остается только заверить такой факт. При всем однообразии автомобильных магазинов города Вираж М выделяется в лучшую сторону по совокупным показателям. Как то разнообразие товаров. Причем вы не поверите, аксессуары все. Факт второй. Здесь держат самые низкие цены. Причем цены могут быть и такими, что конкуренты сдуются. И это изюминка из главных. Ну и наконец, здесь большее число покупателей, чем где-либо. А покупатель у нас сейчас мудрый и осмотрительный. Так что выводы делайте сами. Да это хорошо, что здесь на Вокзальной мы прописались буквально. Потому что рядышком здесь торговые ряды на автомобилистов. Все сюжеты. Тут же напротив Вираж М. То есть понятно, да? Движняк мы вам организовали. Движняк в смысле того, что мы продвигаем реально дешевые товары и услуги. И теперь только от вас зависит, сможете ли вы достойно прожить, даже тогда, когда кто-то урезает зарплату.